С самого начала игры команда «Зауралье» владела шайбой. Хоккеисты «Спутника» вступили в бой в три звена. Хозяева немного изменили состав. Вместо Сергея Агеева ворота занял Алексей Белов. Денис Астафьев точным броском слева открыл счет на 12-й минуте. Через 3,5 минуты гости сравняли счет. Белов пропустил шайбу между щитков 1-1. В конце периода Александр Гофман пасом из-за ворот забил второй гол. Тем самым принес в личный зачет 4-ю шайбу в сезоне. Во втором периоде упорная борьба продолжилась. В конце матча «Спутник» заменил вратаря. Но это не помогло. «Зауралье» выиграло 3-1. Михаил Алимов, Александр Киселев, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион 45».